Здрасте, здрасте, снова привет. Вот как-то мы поднялись на 31 этаж отеля Venetian. Очень красиво тут. И зашли, постучались просто в один номер, номер 111, и попали к ребятам, которые делают часы Pebble Watch. Те самые часы с E-Ink-экраном, которые вот уже год, наверное, обещают нам показать и начать продавать. И наконец это случается. Вот они, целых 5 образцов здесь лежат. Давайте основные вещи я расскажу про эти часики. Небольшой экранчик по технологии E-Ink, которая позволяет сэкономить очень здорово электроэнергию. В результате они могут работать целых 7 дней без подзарядки. Кроме этого, они влагозащищенные. Можно купаться, принимать душ и заряжаются при помощи таких контактиков на магните. Мне кажется, очень прикольно. Пум, чпок, и заряжается. Здесь есть 4 кнопки. Ну да, соответственно, на обратном конце USB-шечка. 4 кнопки. Тоже все достаточно удобно и прозрачно. Назад, вверх-вниз и выбор, соответственно, какого-то пункта в меню. Все очень просто и понятно. По Bluetooth эти часы соединяются с вашим смартфоном, будь то Android или iPhone, и могут выводить уведомления вроде текстовых сообщений или электронной почты. Также можно управлять и музыкой. Например, здесь сейчас играет какая-то песенка. И при помощи вот этих часиков, которые соединены с именно этим телефоном, я могу зайти в раздел «Музыка» и поставить, например, на паузу или переключить трек. Вот так вот. Это делается очень просто. Можно пойти назад в меню, посмотреть, какие еще приложения тут есть. Есть несколько видов часов. Например, такие текстовые, ну и некоторые другие. Обновлять программное обеспечение часов можно при помощи, опять-таки, смартфона по воздуху через Bluetooth. Мне кажется, это тоже достаточно удобно. Ну и самое крутое – это цена. Стоят эти часы всего $150. Навороченные, дешевые, водонепроницаемые и соединяются с телефоном по Bluetooth. В общем, честно говоря, я уже думаю о том, как бы поскорей уйти из этого номера и прихватить с собой что-нибудь. Нет, не для Валеры. Это были Pebble Watch с 31 этажа в Лас-Вегасе. Следите за нами.